Добрый день еще раз. Значит, сегодня мы продолжим доказывать факты, которые готовят нас к построению канонических форм операторов. Так, и для начала мы обсудим следующую вещь. Это будет параграф, кто скажет мне какой? Значит, мы обсудим разницу между многочленом от матрицы и матричным многочленом. Так, значит, многочлена от оператора. И это принципиальная разница, потому что одни, значит, одни из этих вещей коммутируют, а вторые нет. Вот, и, значит, сейчас я вам после этого сразу расскажу доказательство теоремы Кейли-Гамильтона, ну или в хронологическом порядке Гамильтона-Кейли, в алфавитном, конечно, Кейли-Гамильтона, так, значит, в котором непонятно, почему вообще оно работает, почему это не жульничество, почему так вообще нельзя все на свете доказывать. Вот, значит, так параграф какой? Седьмой. Значит, ну, мы с вами говорили уже вот о чем, что есть у нас, есть, так, у нас все над полем происходит, хотя не важно над чем, но не важно, над полем. Значит, есть кольцо многочленов над полем, есть, значит, любая К-алгебра. Так, тогда для любого многочлена F отсюда, и любого элемента c отсюда. Ну, f имеет вид a n t в степени n плюс и так далее, плюс a1 t плюс a0. Так, значит, тогда можно подставить c в f. Вот отображение, которое у нас сопоставляет каждому многочлену элемент А следующим образом называется, как вы помните, эвалюацией, гомоморфизм эвалюации. В С. Так, и состоит, значит, в том, что каждому многочлену сопоставляется его значение. Так, ну и в частности, да, С, конечно, К-алгебра, так, я тут пропустил что-то. Но она не обязана быть коммутативной, но она обязана иметь единицу. К-алгебра с единицей. Так, потому что иначе непонятно, что сопоставить вот этому, да? Что сопоставить предыдущим понятно, а что сопоставить А0 непонятно. Так, то есть вот это, значит, будет АН на c в степени n, плюс и так далее, плюс a1 на c, плюс a0 на единицу алгебры A. Вот здесь самое существенное, это вот это вот. Вот, но в частности, разумеется, это можно применить к матрицам, то есть в качестве A можно взять матрицы с одной стороны, а с другой стороны в качестве A можно взять, ну, что-то, что почти то же самое, да? Значит, можно взять алгебру линейных операторов на каком-то векторном пространстве. Так, вот, это будут К-алгебры, разумеется. Так, и тем самым мы можем подставить матрицу многочлена, можем подставить оператор в многочлен. И получить, соответственно, матрицу или оператор. То есть у нас, значит, выбор. Значит, подстановка матрицы в многочлен. Так, значит, это вот что такое, если мы взяли матрицу. Так, ну какой буквой мы матрицу обозначим?
Мы ее буквой X обозначили, да? Ну, давайте. У нас переменная T, так что никакого противоречия нету вроде бы, правда? Значит, МНК. Так, тогда, значит, мы можем вот задать гомоморфизм эволюции со значениями в матрицах, так, которые каждому многочлену сопоставляет вот соответствующий многочлен от матрицы, но вот который выглядит вот таким вот образом. Так, а Е — это единичная матрица. Так, вот эта вот штука называется многочленом от матрицы. Так, и это совершенно не то же самое, что матричный многочлен. Так, вот это различие, оно является ключевым. Так, значит, почему? Ну, потому что многочлены от матрицы, они коммутируют. Сейчас мы к этому вернемся, после того, как я, значит, объясню еще раз, что это такое. Значит, но посмотрите сюда. Вот если мы взяли два многочлена, то, разумеется, это кольцо коммутативно. Поэтому, значит, они коммутируют. Так, и это значит, разумеется, поскольку гомоморфизм эволюации является гомоморфизмом, так, значит, это значит, что f от x на g от x равно g от x на f от x. То есть многочлены от одной и той же матрицы коммутируют. Вот. Ну и, разумеется, то же самое мы можем сделать с операторами. Значит, мы можем то же самое сделать с оператором, мы можем подставить, значит, оператор в произвольные многочлены, получить снова оператор на том же векторном пространстве. Ну, значит, единственный нюанс состоит в том, что такое единичная матрица. Ну, понятно, тождественный оператор. То есть если фи является оператором на v, так, то тогда, значит, f от фи, а f тот же самый многочлен, f от фи равно an фи в степени n плюс и так далее, плюс a1 фи плюс a0 на тождественный оператор на v. Так, то есть вот тут я просто еще раз пояснил, что такое единица в соответствующих алгебрах. Так, ну и это действительно является гомоморфизмом алгебры, это мы обсуждали в прошлом семестре. Так, вот. И вот это вот не следует путать с многочлен от матрицы. Так, это совершенно не то же самое, что матричный многочлен. Так, и все понимают, что такое матричный многочлен. Матричный многочлен – это многочлен, коэффициентами которого является матрица. Так, значит, вот матричный многочлен – это МНК от Т. Так, и все поняли, в чем огромное различие этих вещей от тех вещей, которые мы до сих пор рассматривали. Да? До сих пор мы рассматривали многочлены обычные, которым подставляли одну матрицу. И эти вещи коммутировали между собой. Так, а эти вещи, они коммутативны или нет? Ну, нет, конечно. Так, значит, вот, ну, называть это теоремой смешно, но я назову теоремой. Значит, что вот это вот равно вот этому. Ну, это... как бы важнейшее структурное свойство. Понятно, что здесь сказано, да? Так, что, значит, матричный многочлен – это то же самое, что матрица элементами и матричными элементами, которые являются многочленами. Просто по-другому записаны. Так? То есть, вот если у нас теперь, значит, n мы не можем использовать, n, ну, m. А, m и так далее, а0 – это матрицы,
плохо, да? Потому что я хочу нижние индексы использовать. Давайте я вот так вот что ли буду писать. Так, и вот мы рассматриваем матричный многочлен. Так, но так все понимают, что этот матричный многочлен, значит, можно, ну, если мы произведем операции, да, сложение, так, что мы получим? Мы получим матрицу вот отсюда, элементом которой в позиции ИЙ, что является? А является вот что, АМ и Ю, Т в степени М плюс и так далее, плюс А1 и Ю на Т плюс А0 и Ю. Так, где, значит, А, H и Ю, понятно, да, А, H и Ю, это элемент матрицы, H-той матрицы, стоящей в позиции ию. Значит, здесь h от единицы до m, от нуля до m, а ию от единицы до m. Так, и вот эта вот штука уже является обычным многочленом. Так, ну понятно, что я сказал, или нужно еще раз переписать? Вот, значит, но, разумеется, это не коммутативная вещь. Так, это не коммутативная вещь. И вот это вот принципиально важно понимать, о чем мы в настоящий момент говорим. Так, вот, я говорю, что я напишу доказательство теоремы, теоремы Гамильтона-Келли, из которого будет непонятно, почему оно верно. Оно верно, но из этого доказательства это непонятно, если так как, изложить так, как... Алгебраисты это рассказывают себе, друг другу, то это просто, так сказать, мирянину будет абсолютно непонятно. Именно ровно потому, что не ясна разница между этими вещами. Вот, значит, это вторая мысль, которую я хотел сказать. Значит, ну и, наконец, последняя мысль – это то, как же связано... матрица многочлена от оператора с матрицей исходного оператора, так и в том же базисе, и что происходит с собственными числами при этом. Вот это мы будем самым существенным образом использовать. Вот, значит, две последние мысли, очень простые, так, но просто их нужно сформулировать для того, чтобы в дальнейшем ими пользоваться. Значит, это первая, значит, мысль. Но на самом деле не первые у нас уже две мысли были, да, это третья мысль. Это четвертая мысль. Значит, что происходит с матрицей? Ну или чему равна? Чему равна матрица многочлена от оператора? Так, ну вот, опять очевидный факт, который я назову теоремой, ну, по-немецки, пожалуй, я писал бы «Satz», все-таки, а не «Hauptsatz», но для леммы это, так сказать, это слишком важный факт, имеющий самостоятельное значение, а для теоремы слишком простой. Вот, значит, что если x матрица фи оператора на v в базисе e1e, то матрица f, ну да, а f это какой-то многочлен, то матрица f от фи в том же базисе равна с
Surprise, surprise. А? Ну, конечно, f от x, да. Почему же еще, да? Так, значит, понятно, да? Так, значит, просто для этого нужно вспомнить, что... А что для этого нужно вспомнить, кстати? Можешь сказать доказательство? Мне больше места не понадобится. И это не слово очевидно. Так, что мы должны сказать? Ну, что в поставлении, значит, оператору его матрицы является, совершенно верно, является гомоморфизмом. Да. На самом деле, даже изоморфизм для конечномерных пространств, но достаточно того, что является гомоморфизмом. Ровно это и сказано, конечно. Да. Значит, фи х гомоморфизм. Так, вот это все доказательство. Все понимают, что это все доказательство, да? Так, и пятая мысль, последняя, значит, что происходит с собственными числами? Так, ну и что же происходит? Значит, если... Ну, давайте я в такой форме сформулирую, сразу в виде соответствия. Что не просто, что происходит с собственными числами, а как предъявить собственный вектор, отвечающий какому-то собственному числу. Значит, если V из V собственный вектор фи оператора, отвечающий собственному числу лямбда из К, а f это многочлен, то v собственный вектор f от φ, отвечающий собственному числу, surprise, surprise, какому собственному числу? F от лямбда. Совершенно верно. Вот. А доказывается это так. Значит, на самом деле то, что если вообще есть два любых оператора, не обязательно один оператор, а просто два любых оператора, и есть общий собственный вектор, значит, доказательство сразу вытекает из следующей леммы. Значит, лемма, пусть V общий собственный вектор. Двух операторов. Значит, общий собственный вектор операторов φ и ψ на пространстве V, отвечающий собственным числом лямбда и мю, соответственно. И альфа — это какой-то скаляр. Тогда, значит, первое. V — это собственный вектор суммы, отвечающий собственному числу лямбда плюс мю, конечно. Так, ну нужно ли доказывать, да? Доказательство. Фи плюс пси от v равно, как определяется сумма операторов. Так, а это собственный вектор для одного и для второго. Ну, а это дистрибутивность относительно сложения скаляров. Правда? Так, значит, второе. V — собственный вектор фи пси, отвечающий собственному числу лямбда мю.
Так, ну все поверили сразу, да, доказательство. Фи на пси от В равно фи от пси от В равно фи от В мю равно фи от В мю равно фи В лямбда мю равно В лямбда мю. Так, тут ничего не нужно объяснять, правда? Так, ну и последнее. Значит, последнее. Это что при умножении на скаляр. Это ж не просто должен быть гомоморфизм. Гомоморфизм колец. Это должен быть гомоморфизм алгебр. Правда? Так, значит, поэтому третье свойство. Сейчас мы, кстати, доказываем, что что-то является гомоморфизмом. Так что является гомоморфизмом? Это так и нужно будет сформулировать. Сопоставление. То есть каждый вектор собственный, общий, да, определяет гомоморфизм в наше поле. Значит, ну и последнее, что альфа фи от лямбда. Общего, альфа фи от В, извините, равно. Так, это я доказательство пишу, а я хочу сформулировать. Значит, а сформулировать, я сформулирую правильно. Так, и я посмотрю, все ли вы правильно сформулируете. Значит, В, собственный вектор альфа фи, отвечающий собственному числу. Так, ну теперь я жду ответа. Сложно. А, ну скажите. Лямбда. А? Лямбда. Ну, видимо, либо альфа лямбда, либо лямбда альфа. Сейчас. Ну что из них правильно? Что из них на самом... Я понимаю, что наше кольцо поле коммутативно, но что из этого на самом деле правильно? Правильно, да. Замечательно. Лямбда альфа. Так, и все поняли, почему, да? Так, доказательство. Значит, доказательство альфа фи от В равняется фи В от альфа. На, умножить на альфа. Равняется В лямбда альфа. Равняется В лямбда альфа. Все наверное, да. Вот, то есть, значит, ну и понятно, что вот это отсюда сразу следует. То есть любой многочлен от оператора получается применением трех операций, возведение многочлена в степень, умножение на скаляр и сложение. Да? Так, вот, и при всех трех операциях происходит то, что должно происходить, поэтому, значит, просто из этой леммы сразу вытекает вот такое следствие. Вот, хорошо. Значит, ну я думаю, что у нас все готово для того, чтобы сформулировать теорему, значит, Кейли-Гамильтона и двумя способами ее доказать. Так, это основной факт, который говорит, что, значит, ну так, априори понятно, что любая матрица степени n аннулируется каким-то многочленом степени n квадрат. Понятно почему? Потому что пространство матрицы n на n имеет размерность n квадрат. Так, там не может быть больше, чем n квадрат плюс 1 независимый. Не больше, чем, больше, строго больше, чем n квадрат независимых элементов. Значит, любая матрица аннулируется многочленом степени n квадрат. Так, а... Теорема Кейли-Гамильтона говорит, что любая матрица степени n квадратная аннулируется многочленом степени n. Так, ну а именно характеристическим многочленом. Так, вот давайте посмотрим на следующий параграф. Параграф 8, да? Теорема Кейли-Гамильтона. Э,
геометрическое доказательство. Ну, я начну с общей преамбулы для... А, ну и параграф 9. Теорема Кейли-Гамильтона. Алгебраическое доказательство. Так, я начну с общей преамбулы, которая относится, значит, и к тому, и к другому вопросу. Так, ну вот, Кейли-Гамильтон, понятно, что пишется вот так вот. Так, и сама эта теорема утверждает, что любая матрица является корнем своего характеристического многочлена. Ну, на самом деле, над коммутативным кольцом произвольным. Так, но почему-то в первом доказательстве я докажу вам, что над полем, но докажу другим способом. Так, значит, вот что утверждает эта теорема. Так, значит, ну вот давайте посмотрим на матрицу на случай n равно 2. Ну, видимо, случай n равно 1 не интересен, правда, да? Это база индукции. Скаляр лямбда является корнем многочлена t минус лямбда. Я думаю, что мы в это верим, правда? Значит, если f равно t минус лямбда, то f от лямбда равно нулю. Это n равно 1. Я думаю, что в это легко поверить. Так, что утверждает, значит, теорема Кейли-Гамильтона для n равного 2? Вот ее доказал Гамильтон. Так, значит, и она выглядит так. Если у нас x — это матрица A, B, C, D, так, то тогда верно следующее. Я вам ее писал в прошлом семестре, когда мы обсуждали комплексные числа. Вы должны помнить. Она утверждает следующее, что, значит, x квадрат минус след x, x плюс определитель x, e равно нулю. Так, ну вот, давайте напишем, что здесь написано. Здесь написано следующее. A, B, C, D в квадрате минус A плюс D на A, B, C, D плюс, значит, A, D минус BC на 1, 1 равно 0. Ну, проверьте, сложите, что ли, что-нибудь из этого. Ну, левый угол посчитаем. Посчитали? AB плюс BD минус... Три вещи входят с плюсом, со знаком плюс, три вещи со знаком минус. Так, ну посчитали, да? А квадрат плюс bc минус а квадрат плюс ад минус ад плюс ад и минус bc. Все сократилось. Вот, ну в общем все сократится. Так, ну, у меня в конспекте, я не знаю, буду ли я приносить на доску или нет, значит, мне не хочется, значит, такое же тождество, которое я написал Кейли для n равного 3. А? Для комплексных чисел глубинный смысл состоит в том, что каждое комплексное число является корнем квадратного уравнения вещественного, потому что, значит, след... И норма, ну, квадрат нормы, значит, ну, то, что алгебраисты называют нормой, а не то, что аналитики называют квадратным нормой, а алгебраисты называют нормой, значит, комплексного числа являются вещественными числами. То есть глубинный смысл этого уравнения состоит в том, что каждое комплексное число удовлетворяет квадратному уравнению с вещественными коэффициентами. Просто комплексное число – это матрица вот такого вида, AB минус BA. А? Но это определение комплексного числа по Кейли. Так, значит, то есть это ровно тот же самый круг идей, да? Это обсуждалось в прошлом семестре, нет? Просто в экзамен не вошло, да. Это просто, да. Я это забыл включить в экзамен. Ну, бывает.
Поскольку я руководствовался какими-то предыдущими списками вопросов и забыл просто включить главу в экзамен. Ну, Леша не стал мне, он мне указал уже там за два дня до экзамена, уже как-то было. Я решил вас не огорчать. Чрезмерно. Вот, значит, Гамильтон, Келли, извините, написал такое же тождество для вот n равного 3. Так, ну вот я могу его показать на камеру. Вот оно. Я могу написать? Ну, как скажете. Так, значит, там второй коэффициент след, значит, третий коэффициент определитель. А самое интересное, что является коэффициентом при первой степени матрицы. То есть, вот, значит, x куб минус след x на x квадрат, значит, минус определитель x на e, это равно нулю, так, ну вот, а самое интересное, что здесь является коэффициентом. Так, а здесь коэффициентом является, вот если у нас есть матрица A, B, C, D, E, F, G, H, I, где E не обязательно является, а I тоже не обязательно является, да. Где Е не является единичной матрицей там, и так далее. Вот, значит, то тогда вот этот коэффициент равен вот чему. Он равен сумме главных миноров матрицы, вот этой, порядка 2. Значит, сумма главных миноров x порядка 2. Так, осталось вспомнить, что такое главный минор, у которого номера строк и номера столбцов совпадают. Так, то есть, значит, вот этот определитель плюс вот этот определитель плюс вот этот определитель. Так, ну вот, я думаю, что я вам написал тождество Келли. Так, значит, вот это то, что доказали Гамильтон и Келли. Так, после чего... Уже где-то там буквально в 80-е годы, то есть очень поздно, Фрабениус доказал следующую теорему. Значит, теорема Гамильтона, Келли Гамильтона. То есть хронологически должно быть наоборот. Фрабениус. Значит, ну здесь где-то кавычки можно поставить, можно не ставить при желании. Значит, звучит так, что для любого x из M and R, значит, хи x от x равно нулю. То есть любая матрица является корнем своего характеристического многочлена. Доказательство этой теоремы выглядит так. Вот сейчас я вам напишу доказательство, а потом, значит, вы мне скажете, что вы здесь понимаете, что вы здесь не понимаете. Значит, доказательство. По теореме Лапласа, который я вам доказывал, перед, непосредственно перед теоремой Крамера, вспомнили, да? Значит, x минус t, e, значит, на, как это называется, присоединенная к ней матрица, на x минус t, e, так, чему это равно? Ну, равно определителю, да, вот этой матрицы, умноженному на e. Так, определитель x минус t, e, умножить на e. Ну и это же равно x минус te, значит, на x минус te присоединенное. Ну а этот определитель, конечно, равен хи x от t. Так, отлично. Подставим в это равенство. Да? Еще раз напомню,
Решетка — это присоединенная матрица. А, вот, просто вы же вроде попросили восписать ее через адж. Отлично. Adjoint. Так, вот так вам понятней? Да. Отлично. Так, ну, равенство — это вот ровно теорема Лапласа, правда? Отлично. Подставим сюда. Подставим сюда t равно x. Можем же подставить? Так, ну здесь явно получится 0, правда? Ну, значит, это равно нулю. Так, значит, x минус x на e равно нулю, следовательно, хи x от x равно нулю. Так, доказательство закончено. И это правильное доказательство. Вопрос состоит в том, чтобы понять, почему это правильное доказательство. Почему таким же способом нельзя доказать все на свете? То есть вот тут я привожу где-то вам в таком же духе рассуждение такое. Значит, вот чем это доказательство отличается от следующего? Вот это на самом деле профессиональное доказательство. То есть алгебраист для себя доказывает такого рода вещи вот так вот, да. Так, значит, но это при условии, что он уже понимает, что говорится. Так, вопрос. Так, здесь у меня называется куан. Так, и вы знаете, что такое куан, да? Так, если вы изучаете дзен-буддизм, то... Чем мы здесь и занимаемся, собственно говоря, в своем роде. Достигаем просветления, как я вам уже говорил, стремимся к сатори. Так, значит, чем это доказательство отличается от следующего? Неправильного. Но это не нужно было. Это лишняя подсказка, которая снимает, так сказать, всю внутреннюю противоречивость этого дела. Так, а следующего неправильного доказательства? Значит, следующее доказательство. Хи x от x равно det x минус xe равно определителю нуля, равно нулю. Здесь одна строчка, здесь одна строчка. Чем они отличаются между собой? А вот этому был посвящен предыдущий вопрос. Вопрос состоит в том, куда можно подставлять матрицу. В какой многочлен можно подставлять матрицу? С какими коэффициентами? Чтобы это был гомоморфизм. Еще раз, Вячеслав. А? С коэффициентами из К. Так, а можно ли подставлять матрицу в многочлен с коэффициентами из кольца матриц? Это не коммутативно, и следовательно, это не будет гомоморфизмом. То есть будет зависеть от формы записи многочлена. Так, то есть вот гомоморфизм эвалюации мы потому и ограничивались в определении кольца многочленов обычно коммутативными коэффициентами, чтобы суметь подставить туда что угодно. Так, то есть если у нас коэффициенты не коммутативные, то туда можно подставлять только то, что коммутирует с коэффициентами. А, и то не вдруг, зависит от формы записи, да? Опять же. Так, значит, ну, в общем, можно подставлять многочлен с коммутативными коэффициентами. Вот, а многочлен с некоммутативными коэффициентами подставлять нельзя. Это ровно то, что мы обсуждали в предыдущем вопросе. Так, то есть вот это доказательство правильное, но нужно понять, почему оно правильное. Почему сюда можно подставить? Это что-то значит на самом деле. А вот это доказательство, конечно, неправильно. Хотя на вид разницы между ними никакой, правда? То есть и то, и другое кажется обманом. Но одно из них обманом не является. Вот, но сейчас, значит, я вас постараюсь убедить, что факт этот верен, так сказать, независимо от э,
от того, понимаем мы, что здесь написано или нет, так, и приведу, значит, доказательство для пуля. Значит, параграф 8, значит, геометрическое доказательство. Оно выглядит следующим образом. Значит, ну, на самом деле, поскольку формула это полиномиальная, конечно, если мы докажем ее для поля, то мы докажем ее для любого коммутативного кольца. Так, а для поля ее достаточно доказывать только для алгебраически замкнутого поля. Но поскольку, понятно, да, если, значит, ну, мы перейдем просто от поля к алгебраическому замыканию и будем рассматривать, матрица от этого не изменится. Многочлены ее характеристики от этого не изменятся. Но просто мы будем считать, что все происходит над алгебраическим замыканием, от этого что-то другое изменится. Что от этого изменится? Что над алгебраически замкнутым полем, это, собственно, определение алгебраически замкнутого поля, каждый линейный оператор имеет собственный вектор. Мы обсуждали, что такое над полем собственный вектор. Так, собственное число — это корень критического многочлена, да? А корень критического многочлена — это ровно значит, что какой-то определитель равен нулю, это ровно значит, что там какая-то система имеет нетривиальное решение. Может, так? Всегда можно делать, переходить просто к алгебраически замкнутому? Ну, если у нас что-то с коэффициентами над k, и вопрос с коэффициентами над k, и ответ с коэффициентами над k, то вычисление можно проводить над k с чертой, конечно, да. Если мы хотим доказать формулу полиномиальную, которая, конечно, мы можем перейти к алгебраическому замыканию. Значит, первое, если докажем для произвольного поля, будет верно для любого коммутативного кольца. И второе, значит, достаточно доказывать для алгебраически замкнутого поля. И третье, поле K алгебраически замкнуто, это эквивалент тому, что любой оператор фи в конечномерном векторном пространстве имеет собственный вектор. Кстати, если вы хотите доказывать основную теорему высшей алгебры, там алгебраическую замкнутость поля К, поля С, то проще всего ее доказывать. Ну, не проще. Это, конечно, будет длиннее, но элементарнее всего доказывать ее в таком виде. Доказывать, что любой оператор в конечномерном векторном пространстве на С имеет собственный вектор. Вот. И все поняли уже. Так, я уже доказал теорему Келли-Гамильтона, да? Или еще нет? Но после этого нужно одно слово произнести. Нет. Хорошо, три слова. Индукция по размерности. Да, все. Точка. Доказательство закончено. Так, ну, после перерыва я могу это написать, могу уже не писать, потому что уже все очевидно, правда? Индукция по размерности. Доказательство, индукция по размерности. Значит, доказательство теоремы Келли-Гамильтона, индукция по размерности. N размерность V. Так, ну либо нужно в этом месте заканчивать доказательство, либо сказать еще пару слов, как скажете. Лучше сказать. Так, база индукции. N равно единице. Очевидно. Мы уже обсуждали.
Значит, на одномерном пространстве каждый линейный оператор является гомотетией. Ну, так сказать. Гомотетия является корнем линейного двучлена, правда? Т минус лямбда. Гомотетия с коэффициентом лямбда. Вот, значит, шаг индукции. Ну вот предположим, что для меньших степеней уже доказано. Для меньших размерностей уже доказано. Так, значит, пусть у нас φ это оператор на n-мерном пространстве. Так, значит, пусть у нас v это собственный вектор оператора φ. Значит, ну это значит, что φ от v равно v на лямбда. Для некоторого лямбда вот, собственного числа, лежащего в k. Так, ну вот это вот ровно то место, которое, в котором мы предполагаем, что поле алгебраически замкнуто, да, потому что понятно, что над произвольным полем оператор вообще может не иметь собственных чисел, лежащих в основном поле. То есть, когда, например, вы рассматриваете вот такую матрицу, 0, 1, минус 1, 0, рассматриваете такую вот матрицу, вещественную 2 на 2 матрицу, ну, понятно, что у нее собственные числа равны, это корни многочлена t квадрат минус, t квадрат плюс 1, но они равны плюс-минусы. Ну и кто из них лежит в основном поле? То есть где у этой матрицы есть вещественный собственный вектор? А это отвечает на ваш вопрос, да? Вот. Где у нее вещественный собственный вектор? Нету, да? Значит, есть комплексный собственный вектор, да? Но под пространство, порожденное его вещественной мнимой частью, будет инвариант. Вот. Значит, вот. То есть здесь предполагают, что поле алгебраически замкнуто. Значит, так как K алгебраически замкнуто. Но это что значит? Это значит, что мы можем взять базис следующий. Взять базис такой. V, а потом, ну, а потом что угодно. Там V2 и так далее, Vn. Это дополнение до базиса, то есть все это вместе, значит, базис V. Ну, раз я их написал n штук и написал, что они порождают V, V n-мерно, то они автоматически образуют базис. Да? Понятно, да? Так, значит, ну, я, значит, рассмотрю пространство, которое порождено всеми векторами этого базиса, кроме первого. Так, ну тогда, значит, V это есть прямая сумма K на V плюс U. Так, и причем вот это пространство инвариантно. Это пространство мы не знаем, инвариантно или нет, это нас не волнует. А вот это пространство инвариантно. Так, это что значит? Это значит, что вот в этом базисе матрица φ имеет вид, значит, x равно лямбда 0, y, значит, ну а здесь звездочка, где y – это матрица оператора, индуцированного на фактор пространстве. Так, на фактор пространстве значит, V по КУ, по КВ, извините, которое изоморфно У. Изоморфно У. Так, и оператор φ там действует одинаковым образом. Значит, понятно, что я сейчас сказал? Сейчас сказал следующее. Что вот если мы применим оператор φ к этим векторам, то, что, значит, получится, будет выражаться как линейная комбинация исходного базиса. Давайте отбросим просто слагаемые, содержащие V, оставим только слагаемые, содержащие остальные. И это значит, что вот то, что здесь получится, вот это и будет этой матрицей. Так, то есть это матрица, которая, значит, отвечает действию оператора φ на фактор пространства. Так, вот. Но так отсюда следует, конечно,
что хи x от t равняется лямбда минус t умножить на, ну, на какой-то многочлен, на какой многочлен? Ну, на вот то, что получится, если из этой матрицы y что это будет такое? Это будет критический многочлен матрицы Y. Ну, понятно, да? Вышли отсюда T по диагонали, да? Посчитали определитель. Определитель ступенчатой матрицы. Вот это вот лямбда минус T, а это критический многочлен матрицы Y. Но мы уже знаем, что хи Y, Y равно нулю по индукционному предположению. Правда, да? Так, это что значит? А это значит следующее. Значит, это значит следующее, что когда вы подставите, значит, матрицу X вот сюда, так, то вот то, что стоит здесь, будет равно нулю. Ну, а вот здесь будет что-то. Так, ну, значит, следовательно, хи yx равно лямбда, ну, здесь звездочки, ну, а здесь, извиняюсь, все нули. Это вот ровно индукционное предположение, правда? Вот, отлично. А теперь мы говорим, так, то есть это значит, что образ этого, значит, дела, хи y от x, содержится в kv. Но КВ это любой вектор из КВ аннулируется Т минус лямбда, правда? Так. Вот. То есть это значит, что хи x от x равно, значит, x минус лямбда. Правильно я написал? Или лямбда минус x? Лямбда минус x, хи y от x, вот, вот это вот сидит в КВ, а это аннулирует КВ. Значит, это равно нулю. Все, доказательство закончено. Так, ну вот, на самом деле это тоже не слишком сложное доказательство. Так, но оно использует вот те редукции, которые здесь были произнесены. То есть это, ну, это зависит от того, что человеку, значит, больше нравится, в каком стиле он сам для себя рассуждает, в калькулятивном или что ему проще воспринимать, вот цепочки такого рода рассуждений или какую-то цепочку вычислений. Для разных людей по-разному. И тут я с удивлением много раз обнаруживал, что разным людям проще понимать абсолютно разного типа доказательства, абсолютно разного типа рассуждений. Так, и поэтому я все-таки воспроизведу второе доказательство, алгебраическое доказательство, вот так примерно, как это рассказывалось, значит, рассказывалось мне самому, когда я был в вашем возрасте. Но тогда мне не объясняло, что же на самом деле здесь происходит, а это все маскировалось под некую цепочку, так сказать, просто выкладок. То есть не объяснялось, в чем смысл этих выкладок состоит. Ну да, там что-то производится, там, и потом что-то оказывается равным нулю. Ну и что? В чем смысл-то? Как это, так сказать, понять, что произошло на самом деле?
Вот, параграф 9, правильно, да? Алгебраическое доказательство. Так, итак, мы хотим понять, вот, значит, что же на самом деле значит это вот равенство. Значит, x минус t e adjoint, x минус t e равно хи x от t на e равно x минус t e, x минус t e adjoint. Ну, на самом деле, чему это все принадлежит? Так, ну, на самом деле, это принадлежит, значит, вот чему. Все происходит сразу над коммутативным кольцом. Вот, значит, ну, вот вопрос в том, почему мы сюда можем подставить, значит, матрицу X. Так, ну, чтобы понять, что здесь на самом деле говорится, давайте распишем вот это вот дело. Значит, распишем по степеням t. Так, значит, ну вот, получим следующее. Давайте обозначим коэффициенты. Это будет матричный многочлен. Многочлен, коэффициентами которого являются матрицы. Так, b минус 1, t в степени n минус 1. Но поскольку степень этого многочлена, здесь определители порядка n минус 1, так, степень этого многочлена равна n минус 1. Плюс и так далее, плюс b1, t плюс b0, где b и t суть матрицы над R. Вот. И тогда, значит, вот то, что здесь написано следующее, что вот хи x, хи x от чего-то, что мы сейчас напишем, ну давайте я напишу от y, равно, значит, bn-1 от y, n-1, плюс и так далее, плюс b1, y, плюс b0 на чего там x минус y. Так, где y — это какая-то матрица. Тоже. Когда? А на вопрос «когда?» Когда имеет место равенство? Мы уже отвечали в прошлом семестре. Что, значит, вообще говоря, мы это можем гарантировать только если... Если что? Значит, чтобы что-то можно было подставить в многочлен, и то, что получится, не зависело от формы записи этого многочлена, это должно коммутировать... коэффициентами, и коэффициенты должны коммутировать между собой. Так, то есть это, значит, действительно вот это равенство имеет место, если y коммутирует с чем? Ну, со всеми коэффициентами. Где есть коэффициенты? Вот коэффициенты матрицы, и вот коэффициент. Значит, равно, если y коммутирует с... значит, bn минус 1 и так далее, b0, x, ну и они коммутируют между собой. Вот, то есть, например, для того, чтобы сюда x можно было подставить, оно должно коммутировать со всеми b-итами. Так. Ну... чем матрица заведомо коммутирует? Мы это сегодня обсуждали в начале лекции. С многочленами от себя, Миша, замечательно. Замечательно, да. С многочленами от себя, да. Совершенно верно. Так, ну и теперь все поняли, в чем будет состоять настоящее доказательство теоремы Келли-Гамильтона.
в том, чтобы проверить, что вот эти вот все бииты являются многочленами от матрицы X. Значит, лемма. То есть мы докажем более сильную вещь, не просто, что коммутируют, а что они в действительности являются многочленами от матрицы X вот таких вот степеней. Значит, матрица B n-i является многочленом степени i-1 от x. Ну и доказательства. Сравниваем степени. Сравниваем коэффициенты при степенях. При степенях t в выражении x минус t e adjoint x минус t равно хи xt e. Так, ну начиная со старшего. Начиная со старшего. Так, ну старший. А? Вот это, да? Да. Начиная со старшего. Так, значит, старший. Там вообще x не входит, правда, да? Там просто будет t в какой-то степени слева и справа, да? Так, значит, ну да, то есть bn минус 1 степени 0. Ну и дальше, значит, пишем рекуррентное соотношение, которое выражает, понимаете, да, которое говорит, что каждое следующее будет иметь, значит, степень на единицу больше. Так, то есть bn минус 2 равняется x на bn минус 1 минус, значит, минус ну, давайте напишем хи x от t тоже в таком же виде, значит, минус единица в степени t n плюс cn минус 1 t в степени n минус 1 там плюс и так далее, плюс c1t плюс c0, значит, минус cn минус 1, ну и так далее. Так, то есть, значит, каждый раз у нас при понижении степени, при понижении номера степень по x будет на единичку увеличиваться. Ну и понятно, что, так сказать, мы получим, что каждый следующий является многочленом тоже от x, но на единичку большей степени. Вот, вот и все. Это значит, что... Так, доказательство леммы, да? Это значит, что действительно вот это все многочлены от x, но это сам x, ну и, следовательно, вместо y можно подставить x. Получится что-то, а здесь получится 0. Вот и все. Доказательство закончено. Так? То есть, значит, действительно, то доказательство, которое я вам привел сразу, вот это доказательство, оно было правильным, но, значит, тут нужно сказать, почему оно является правильным. А подставить вам туда, вот в то, что было в Куане, никак не удастся. Понимаете, почему, да? Потому что никто не сказал, что то, что там стоит, будет коммутировать. Будут. Так, ну, вот это, значит, простой, но важный факт. Так, у нас осталось сколько минут? А сколько мы... 50 минут заканчиваем, да? 40. У нас сдвиг же. 40, да.
Значит, мы доказали важнейший факт. Так, но давайте я вам скажу, в какой форме в действительности он обычно, что на самом деле будет использоваться из этого. На самом деле из этого будет использоваться следующее. Вот посмотрите, размерность mnk равна n квадрат, если k это поле. Так, ну отсюда следует что? Что вот если мы возьмем любую матрицу и посмотрим на ее степени. Значит, вот степени нулевую, первую, квадрат и так далее. И до n квадрат, то вот количество элементов здесь равно n квадрат плюс 1. И они сидят в n-мерном пространстве. Извините, в пространстве размерности n квадрат. Значит, они очевидным образом линейно зависимы. То есть что это значит? Это значит, что для любой матрицы существует многочлен, значит, f из kt, степень которого не превосходит n квадрат, значит, такой, что f от x равно нулю. Вот про такой многочлен называется аннулирующим многочленом. И сейчас мы как раз начнем изучать свойства аннулирующих многочленов и свойства всех сразу аннулирующих многочленов. Идеал, аннулятор, то, что называется матрица X. Так, значит, аннулирующий многочлен. Степени n квадрат. То есть существует аннулирующий многочлен степени n квадрат. Так, а что нам говорит теорема Кейли-Гамильтона? Что на самом деле... А? Нет, он говорит, что на самом деле... Не больше, чем n. Вот. Не n квадрат, а n. А, кстати, почему? А потому что матрица порождает, одна матрица порождает вот, значит, не все кольцо матриц, а что-то коммутативное там. Многочлены от нее все коммутируют. Понимаете, то есть если мы будем брать суммы, произведения, мы всегда будем получать многочлены от одной матрицы, и это всегда будет чем-то коммутативным. А что-то коммутативное вот здесь, так, оно имеет, конечно, гораздо меньшую размерность, чем n квадрат. Так, но вот то, что порождает одна матрица, вот то, что говорит теорема Кейли-Гамильтона, всегда имеет размерность не больше, чем n. Понимаете, да? Вот что говорит теорема Кейли-Гамильтона. Так, значит, то есть следствие 1. Любая матрица X из MNK имеет аннулирующий многочлен, значит, степени не превосходящие. Но потому что степень. Так, доказательство, значит, степень хи от x равна n. То есть на самом деле, может быть, она чем-то еще меньшим аннулируется, но уж своим характеристическим многочленом она точно аннулируется. Так, вот это вот на самом деле часто формула не нужна. Нужно именно это утверждение, понимаете? Так, а еще чаще даже и это не нужно. А нужно следующее. Значит, что обратная матрица сама является многочленом от матрицы X, если она существует. Следствие 2. Что, значит, если определитель X не равен нулю, то обратная матрица является многочленом. Значит, многочлен от x. Так,
Ну, принадлежит к x. Где x — это матрица, это не перемен. Так, понятно, что здесь сказано, да? И понятно, почему это верно. Но напишите... Значит, доказательство. Напишите равенство соответствующее, да, вот хи x, x равно нулю. Так, посмотрите на то, что там стоит при... Так, ну быстрее. Это задача была, это часть на все осилили. Осилили, отлично. Вот, тогда давайте я вам дам задачу, продолжение. То же самое верно для почти коммутативных колец. Знаешь, такое почти коммутативное кольцо? Мы доказали сейчас для коммутативных колец. Так, а значит, на самом деле кольцо называется почти коммутативным, если оно, конечно, порождено как модуль над коммутативным кольцом. А, нужно предложить включить это в листочки. Это хорошая задача. На понимание того, что такое кольцо. Значит, задача. R называется почти коммутативным. Так, ну по-английски называется module finite. Значит, если, ну, almost commutative тоже раньше говорили, если R, конечно, порождено как модуль над коммутативным кольцом. Ну, доказать, что над таким кольцом любая матрица обратная к любой матрице x из GLNR является многочленом от x. Отлично. Я начинаю последний вопрос тогда. Сегодня закончить я его, видимо, не успею, но начну. Последний вопрос, после которого я должен буду принимать решение. Я все еще откладываю решение о том, как вам доказывать Жордановую форму. Что доказывать? Доказывать Жордановую форму или классифицировать модули, конечно, порожденные модули над кольцом главных идеалов. Ну вот. После следующего вопроса мы должны будем принять решение. Это то, на что я намекнул в прошлый раз. Что на самом деле изучение, значит, изучение векторных пространств над K с линейным оператором это то же самое, что изучение модулей, ну, конечно, порожденных модулей над КТ. Так, все понимают, почему это одно и то же? Значит, еще раз. Вот у нас есть векторное пространство и оператор в нем. Так, я утверждаю, что вот это тогда фи превращает в к от т модуль. Вот это то, что мы только что делали. Для этого нужно просто подставить в каждый многочлен. Так.
мы взяли вектор из V и взяли, значит, многочлен из K от T. И мы хотим определить, как этот многочлен действует на векторе V. Так, но вот у нас есть здесь две буковки. Так, все буковки, которые... Так, не бывает свободных переменных в правильной формуле, вы помните, да? Если какая-то буковка написана на доске и не является ошибкой, то она должна быть задействована в той формуле, которая, так сказать, будет написана. Так, значит, что... Вот у нас есть здесь буковки... Так, нужен цветной мелок, да? Буковка φ и буковка Т. Так, это значит что? Так, ну f это f от t, правда, да? Так, а у нас, мы не знаем, как действует t, но мы знаем, как действует φ. Это значит, что мы можем отобразить t φ. Мы знаем, как действует φ, значит, мы знаем, как действуют любые операторы от φ, правда, да? Любые чего? Любые многочлены от φ, да. Так, и тогда вот то, что мы с вами проверили сегодня в первом вопросе, ровно утверждает, что вот эта формула задает на В структуру К от Т модуля. Она утверждает ровно вот это. Так, и поэтому, значит, что мы изучаем дальше, каким языком мы будем пользоваться, это именно и только вопрос языка. То есть это не вопрос существа дела, это вопрос языка. Мы можем говорить про векторное пространство и оператор в нем, а можем говорить про К от Т модули. Так, и вот сейчас я рассказываю последний вопрос, после которого мы должны будем принять вот соответствующее эстетическое решение. Это решение не является принципиальным, оно, понимаете, просто касается только стилистики и больше ничего. Оно не касается содержания. Содержание будет ровно одним и тем же. Так, это то, что там в 19 веке называлось лямбда-матрицами. Если вы откроете там любую книжку 19 века, там типа... учебник линейной алгебры Мальцева там, или что-нибудь еще, там отпишется лямбда-матрица. Так, вот это ровно идет речь о структуре К от Т модулей. Так, ну вы подумайте. А, до следующего... А, ну мне нужно узнать до следующей лекции, да, что вы решите. Ну давайте, да, уже после лекции, да. Квантовую монетку. Но мне кажется, что Константин Игоревич вам уже рассказал, ну, по крайней мере, одной группе уже рассказал вот на этом языке, да? Поэтому, может быть, имеет смысл рассказать на таком языке. Вот, значит, итак, следующий вопрос – это минимальный многочлен оператора. Это вопрос 10. Так, этот вопрос, значит, ну, собственно, тоже я могу сказать одну фразу вместо всего вопроса. Значит, К от Т – кольцо главных идеалов. И поэтому любой идеал там порождается одним элементом. Вот этот элемент называется… Так, значит, пусть у нас фи – это оператор на векторном пространстве В. Значит, V – это векторное пространство над полем K. Так, но вот здесь, как вы понимаете, уже никаких коммутативных колец в качестве коэффициентов нету. Потому что мы будем пользоваться тем, что это кольцо главных идеалов, а это кольцо главных идеалов, именно если коэффициенты образуют поле.
Потому что там мы знаем, что кольцо Z от T уже никаким кольцом главных идеалов не является. Правда, да? Это двумерное кольцо. Так. И там далеко не все идеалы главные. Вот. Значит, ну и рассмотрим какой-то вектор из этого векторного пространства. Определение. Значит, многочлены F из K от T называется аннулирующим многочленом вектора V относительно оператора φ, если F φ от V равно нулю. Так, давайте обозначим через аннулятор, значит, V. Так, ну где-то еще нужно φ написать. Φ. Обозначим множество всех аннулирующих многочленов. Вектора. Так, лемма. Аннулятор любого вектора является идеалом. Так, доказательство, первый вопрос. Сегодня. Параграф 7, правда, да? Так, ну что говорится? Так, все согласились тут же, да? Так, значит, говорится, что если F и G принадлежат аннулятору, то их сумма принадлежит аннулятору, да? Так, их сумма так, да? Ну, как определяется сумма? Так, это гомоморфизм, правда, да? Как определяется сумма линейных операторов? Равно нулю. Так, то же самое, значит, если один из аннулятора, а второй любой, точно так же произведение равно нулю, да? Ну, поскольку, понятно, да, они коммутируют, то мы можем применить, значит, тот из них, который дает нуль, всегда первым, а потом уже применить второй к нулю. Так, значит, это первое. Второе, если F принадлежит аннулятору, а G многочлен любой, так, то G, значит, на F от φ от V равно G от φ на F от φ от V равно G от φ, F от φ от V равно нулю, равно нулю. Ну и, конечно, умножение на скаляр. Значит, лямбда f от v равно f от v лямбда равно нулю. Вот. Так. Значит, действительно, это идеал алгебры. Зачем я проверял третье, все понимают, да? Что это не просто идеал кольца, это идеал алгебры. Идеал алгебры — это, значит, векторное подпространство, которое не просто подгруппа аддитивная, векторное подпространство, которое выдерживает умножение. Вот. Значит, таким образом, это идеал кольца многочленов. А каждый кольцо многочленов является кольцом главных идеалов. Так, и значит, каждый идеал там порожден одним элементом. Вот тот один элемент, который порождает этот идеал, называется минимальным аннулирующим многочленом вектора V. Определение. Значит, многочлен. Так, ну давайте, как мы его обозначим, если я как-нибудь его обозначаю. Я его никак не обозначаю, это очень плохо. Мне нужно будет придумать к следующему разу обозначение.
многочлен порождающий аннулятор называется минимальным аннулирующим многочленом V относительно φ. Так, ну в старых учебниках вы, конечно, найдете такое определение: минимальный аннулирующий многочлен — это аннулирующий многочлен наименьшей степени. Но понятно, что это одно и то же. Это ровно доказательство того, что эвклидово кольцо является кольцом главных идеалов. Что функция степени является эвклидовой функцией в кольце многочленов от одной переменной над полем. Правда, да? Так, значит, ну это то же самое, что аннулирующий многочлен наименьшей степени. Ну, не нулевой. Многочлен наименьшей степени. Ну, это называется деление с остатком. Вот. Это для случая одного вектора. Но на самом деле нам обычно нужно аннулировать не один вектор, а нам нужно аннулировать много векторов, желательно все. Так, значит, это называется аннулирующим многочленом самого оператора. Значит, определение. А вот этот идеал называется аннулятором. Аннулятор. Аннулятор вектора V относительно φ. Так, определение аннулятора φ называется аннулятор φ, пересечение всех аннуляторов, всех векторов относительно φ, по всем векторам. А, я ровно успеваю доказать, что существует минимальный аннулирующий многочлен, но уже не построить разложение ядра, конечно, сегодня. Это будет в следующий раз. Вот. Но вы будете смеяться, значит, что пересечение идеалов является идеалом. Так? Понятно, что любой элемент отсюда называется аннулирующим многочленом оператора φ. Значит, F, принадлежащий аннулятору φ, аннулирующий многочлен оператора φ. Значит, это тоже идеал в КТ. Так, ну и многочлен, определение. Многочлен, порождающий аннулятор φ, называется минимальным аннулирующим многочленом оператора φ. И теперь мы наконец можем сформулировать теорему Кейли-Гамильтона. А, ну да, это теорема Кейли-Гамильтона. Степень минимального аннулирующего многочлена не превосходит n. Так, ну я думаю, что в этом месте уместно поставить точку с запятой.